Всем привет! С вами канал Стофити и я, ваш любимый Санечка. Сегодня у нас суббота, 11 февраля, и с Юркой приехали на рыбалку. Опять туда же, в Искателе, на реку Печора. Приехали мы в 7 часов утра, еще темновато было, поэтому не снимал. Но наловили вот столько рыбки. Во. Столько же убежал. Плотва где-то грамм по 300. Опа! По 200 есть. Точно есть. Сейчас вытягиваем. Посмотрим, что Юрка у нас ловит. Он вытаскивает рыбешечку. Во какая! Прилично. Во какая плотвина! Хорошая. Серега. Да, у нас называется она сорога. Серега. Вот. В общем, мы сегодня сидим на глубине 3 метра. Сегодня мы ловим на червяка, на опарыша и на манку. Но могу сказать, на червяка клюет маленькая. Это ёршик и маленькая-маленькая сорожка. Поэтому червяк у нас, скорее всего, пойдет на подкормку. Лучше всего, конечно, клюет на опарыш. Вот, а я сегодня на одну удочку ловлю на маночку. Вот. Поклевки реденькие, но зато крупненькие. Вот, мелочевки еще не было. А Юрка вон со своими опарышами прыгает туда-сюда. Кудочки клюет постоянно. Ну, кому как и нравится. В прошлый раз на кукурузу рыбачил. Хорошо. Была еще реже поклевка, но крупненькая. Клюет у нас с переменом. Где-то минут 5 поклевала, потом перестала, отдыхаем чуть-чуть. Как говорится, делаем перекурчик. Потом опять поклевала. Ну и за каждые эти поклевки где-то примерно по 4-5 штучек выхватываем. Я ловлю на те же самые снасти. То есть это грузик нижний и верхний отводной поводок сантиметров 40-50 с крючочком. А на вторую мормышка также внизу, а вверху отводной поводок сантиметров 20-30. А я ловлю на вольфрамовую мормышку, пикарная, на конце лески. А вторая два крючка светящиеся и простая легенькая мормышечка. В этот раз хочу передать привет рыболовному каналу Сергей Кочереженко. Если правильно сказал, ты уж извини, Серега, не знаю, как правильно говорить. На этом канале очень много всего интересного. И съемки под водой, и ловля летом, ловля зимой, ловля карпа, изготовление всяких приманок, изготовление, ну, всякой всячины. Серега, привет тебе большой! И еще хочу тоже передать моему любимому каналу. Это Павел Кукушкин. Человек снимает очень красиво, под великолепную музыку. Молодец, Пашка, привет тебе большой! Рыболовный канал Алексей Чапцов. Леха, привет тебе большой. Ну что ж, мы собираемся домой. Смотрите канал Стофити, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем очень рады вашим комментариям и вашим просмотрам. До новых встреч!